Всем привет, дорогие друзья автомобилисты. Интересный вопрос от подписчика канала. У меня в теплую погоду сразу гаснет лампочка давления масла, а в морозы долго горит. Замена фильтра не помогает. Три разные фильтра пробовал уже ставить. В чем проблема? Давайте разбираться, кстати, интересно. Друзья мои, мы сталкивались с такой проблемой, когда решили промыть двигатель автомобиля и залили в него более вязкое, густое дизельное масло. Ну, было у нас, в общем, в остатках масло, и мы решили, это ВАЗ-2109, залить это масло. Хотя перед этим заливали обыкновенное там 10В40, оно ездило, все, без проблем, зима, все, моментально гаснет лампочка. Но когда залили более вязкое масло, произошло какое-то непонятное чудо, да? Запускаешь двигатель автомобиля, а лампочка давления сразу не гаснет. Казалось бы, должно быть наоборот. Масленосос качает вязкое масло, лампочка должна сразу погаснуть. А нет, друзья мои, нет. Этого не происходит. Вот эта вот штука получается у вас по той причине, что вы заливаете некачественное вязкое масло. Залейте свой двигатель масло более подходящее ему. Не заливайте вот эти непонятные масла, которые там на рынках продают, особенно в обыкновенных пластиковых бутылках из-под воды минеральной или из-под напитков. У нас тоже такое есть, продают, где-то с бочек разливают, непонятно, где-то украденное, там на предприятиях, на заводах разливают и продают там, вот отличное масло, хорошее масло. Ну как бы для промывки двигателя, если его там, ну, смешать с промывочкой, да, можно. Или в летний период залить, в лето. Лето вообще отлично. Залили, промыли двигателем, слили его, все, все нормально. Оно пойдет. Но в зимний период времени, когда оно становится как мед, оно насосом не прокачивается. Проблема. В этом проблема. Вы и насос можете убить, вы двигатель можете убить этим маслом. В зимний период времени таких вещей делать нельзя. Ну, это я насчет промывки. А что касается вас, у вас уже эта проблема есть. Возьмите масло более жидкое, 10В, ну, и какая цифра подходит вашему двигателю, 30-ка, 40-ка, или 5В, ну, соответственно, лучше это было бы. Залейте пятерочку и наслаждайтесь, все будет в порядке. И лампочка на холодную будет гаснуть сразу, и все будет четко. Но если у вас хороший, очень дорогой автомобиль, и вы его любите, то залейте нулевочку. Я себе уже перешел на нулевку. Раньше заливал пятерочку, сейчас нулевку. И не потому, что это масло только для суровых зим, а потому, что масло нулевка, которое я заливаю, изготовлено из ПАО. Синтетика, чистогановая синтетика. Это выше уровня. Просто нулевка идет выше уровнем. Но так как я люблю свой автомобиль, я заливаю хорошее масло на ПАО. Кстати, Татнефть, которую я заливал до этого, тоже была на ПАО. Я ее сейчас лью в Mercedes Vito. Отлично, тоже себя показала. Просто у меня уже для этого автомобиля ее не осталось, а в продаже она очень сильно подорожала. И я нашел сейчас другую альтернативу себе, хорошее масло, только нулевка. То была пятерочка, 5W40, а это 0W40 себе заливаю. Превосходно, все отлично. Запускается всегда все отлично, все класс вообще, я доволен. Отличное масло. Будьте здоровы, задавайте вопросы в комментариях. Всем пока.